запись речи больной с открытой гнусавостью. Большей частью причиной гнусавости является врожденная расщелина твердого и мягкого неба. Дефект речи у данной больной девочки частично компенсирован за счет курса логопедических занятий, которые она прошла перед назначенной ей пластической операцией. Повторяй, пожалуйста, за мной. Катя играет в куклы. А играет в куклы. Федя упал с крыльца. Федя упал с крыльца. Гали купили фартук. Гали купили фартук. Коля учится хорошо. Коля учится хорошо. А теперь послушайте речь больного мальчика с закрытой гнусавостью. Причина гнусавости у этого больного – фиброма носоглотки. Как тебя зовут? Меня зовут Миша. Как твоя фамилия? Моя фамилия Иванов. Сколько тебе лет? Мне 17 лет. Где ты живешь? В Москве. На какой улице? На Малой Бродной.